Дорогие мои друзья, всем привет! Посмотрите, какой шикарный пирог я испекла. Основной ингредиент этого пирога – кабачок. Пирог получается очень вкусный. Сейчас я отрежу кусочек и покажу вам, как он выглядит в разрезе. Вот, посмотрите. Пирог очень вкусный, очень сырный. Кунжут придает очень приятный вкус. И пока еще кабачки недорогие, я очень вам рекомендую его испечь. Кабачки надо натереть на крупной терке. Натертые кабачки выкладываю в мисочку. Посолю их. Немножечко утрамбую. И дам постоять полчаса до отделения сока. Пока кабачки стоят, можно подготовить другие продукты. Я натру на крупной терке 200 граммов сыра. Смешаю в мисочке 200 граммов муки и 1 полную чайную ложку разрыхлителя. Отдельно смешаю 2 сырых яйца и 150 граммов 15% сметаны. Кабачки постояли, и можно их отжать от жидкости. Добавляю к кабачкам 2/3 натертого сыра. Немножко оставлю на посыпку. Выливаю сметану, взбитую с яйцом. Перемешаю. И насыплю муку с разрыхлителем. Тщательно вымешу тесто. И можно готовить пирог к выпечке. Силиконовую форму смажу растительным маслом. Моя форма диаметром 24 сантиметра. Форму я уже сразу поставила на решетку для выпечки, чтобы, когда я погружу туда тесто, уже сразу вместе с решеткой загружать в духовку. Выкладываю тесто. Разровняю его ложечкой. Духовка у меня уже нагревается до 180 градусов. Посыпаю пирог тертым сыром, который у нас остался. Посыпаю кунжутом. Кунжута я не жалею. И ставлю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Печется он от 40 минут до часу. Все зависит от вашей духовки. Пирог выпекался 45 минут.
И теперь ему надо дать немножечко подостыть, чтобы он легко выскочил из формы. Пирог подостыл, уплотнился и осел. Сейчас я его аккуратненько переложу на тарелочку. И переверну на другую тарелку. Итак, друзья, пирог готов. Завариваем зеленый чай с мелиссой и мятой. И наслаждаемся чаепитием. Приятного аппетита!